рев моторов собрал поклонников мотокросса понаблюдать за состязаниями в скорости железных коней. Празднование Навруза в Джизаке под эгидой Усова Танпарвар состоялся второй этап открытого чемпионата Узбекистана по мотокроссу, в котором приняли участие 130 мотогонщиков со всех областей нашей страны. Столичный вилаят представляла алмалыкская команда спортивно-технического клуба «Управление социальных объектов Алмалыкского горно-металлургического комбината». Как проходили соревнования в Джизаке, в студии программы «Телеспорт» рассказал главный тренер клуба, многократный чемпион Узбекистана Андрей Николаевич Сазонов. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас мы находимся опять на канале АГМК ТВ. С 23 по 26 марта в городе Джизаке прошел второй этап чемпионата Узбекистана по мотокроссу. Было 12 команд со всей республики. Обещали из Казахстана приехать, но у них накладка произошла. У них тоже был этап чемпионата Казахстана. И как бы у нас не совместилось все это. В каждом классе мотоциклов примерно выступало где-то от 15 до 26 спортсменов. Самый большой класс у нас, потому что там идет 3 человека за команду, это класс ЧЗ. Там выступило 28 спортсменов. Вы знаете, на втором этапе как бы спортсменов прибавилось побольше. И интереснее было смотреть. Зрители как бы очень ждали эти соревнования. Они прям пришли и сказали, мы вот действительно, мы вас ждали. Ну, единственное, что как бы огорчило спортсменов. Знаете, там трасса сложная, каменистая, покрышки не выдерживают. Одна покрышка на одно соревнование. Организация, как всегда, прошла нормально. Проводил, как всегда, в этом Парвар. Там при содействии спонсоры выступали, конечно, но, в принципе, все было хорошо. Хотелось бы рассказать про наших спортсменов. Это класс 85. Вот в этом классе у нас как бы уже Умербеков Ильнур ездит нормально, да? Он в тройке приезжал уже в последнее время, а сейчас вот занял 4-е место. В классе 125 юноши Илья Кудлаев. На тренировке едет, время хорошее, результат. Смотришь, круг, да, хорошо показывает. На гонке волнение какое-то. Ехал нормально, знаете, но там в одном месте полили, в другом не полили. Не посмотрел, не сориентировался и приложился чуть-чуть. Пока встал, пока поднялся, приехал третьим. Мог бы, конечно, получше результат показать, но ладно, это спорт, все бывает. В классе 125 мужчины опять у нас первое место занял Облязов Имран. С ним хотел выступить и как бы его наставник Андрей Сазонов-младший. Но у него мотоцикл подвел, знаете, он там 3 круга проехал, у него без засос кончился. И съехал, потом мы думаем, ну, второй заезд поедет немножко. Пока мы его ремонтировали, ну, не получилось. Той запчасти, которая нужна была, прям в наличии у нас не оказалось. Еще хотелось бы отметить, что в классе 125 мужчины 4-е место занял Виноградов Сергей. И в классе ЧЗ 4-е место занял Сулейманов Шевкет. Потом вот Абрурбек ничего поехал, да, 5-е место в классе ЧЗ занял. И Дикамбаев Тимур, там падения были у него такие немножко, да, даже вот упал, говорит, я, наверное, не поеду, я говорю, куда ты за команду едешь? Он приехал 6-е. Местные, там 2 гонщика были, на этой трассе они там едут очень хорошо, как бы, уверенно, да, уверенно, прям все, да. А вот на другую трассу приезжают, они уже все сзади наших спортсменов и далеко. Такие есть, да, спортсмены, которые спортсмены одной трассы, получается. Ну, или, как говорится, родные стены помогают, ну, условно. Да, да, условно, может быть и так, да. В классе 500 первое место занял Сазонов Андрей, второе место Облязов Имран. Практически, знаете, вот, ну, ползаезда смотрели на их только. Мы еще стоим, думаем, ну все, вот Имран обогнал Андрей, ага,
Все, поворот Андрей Первый заезжает. Опять едут, там один участок был такой. Ну все, вот Имран вырвался. Ага, поворот опять Андрей Первый. Зрители поддерживают, знаете, они приезжают, говорят, что там меня помнят, там в 80-е годы я ездил, там у меня такой номер, там Андрюша еще помнит, там он еще маленький был, там вот помнишь, ты там на таком-то мопеде ездил, еще тогда техники такой не было же. Правильно, там все пришли зрители, мы тебя это помним, мы там тебя помним, ты столько вот уже еще ездишь, это вообще там... Ну, он говорит, ну, я и тренер, как мне не ездить? Надо ребятам показывать результат, объяснять все это. Как бы зрители тоже так поддерживали, реально нас поддерживали хорошо. На протяжении ряда лет мотокроссмены АГМК – лидеры страны. В копилке Андрея Сазонова, Имрана Аблязова, Шевкета Сулейманова – десятки громких побед, секрет которых прост. Андрей Николаевич, вы сами многократный чемпион Узбекистана. Считали, сколько побед в вашей жизни? Да нет, вы знаете, я там как... Там, выступали в разных классах? Да, выступал в разных классах. Как бы перерыв был у меня тренерский, вот именно занимался непосредственно. Потом там пару лет опять гонял, вспомнил все, опять вроде бы чемпионом стал. Потом уже спортсмены там все говорят, ну как мы без вас, вы гоняете, а мы что, сироты, давайте мы, короче, вы не ездите, лучше с нами. В чем секрет победы в мотокроссе? Трудолюбие обязательно и упорство, что ты упертым был. Вот, от начала до конца, вот со старта и чтобы ехал до победного, вот финиш увидел, все, можно расслабиться, а так нельзя. Где-нибудь что-нибудь получилось, там ножку там зацепил там, или ручку зацепил, надо... Ничего, надо ехать. А, выносливость? Выносливость, это по-любому. Физическая. Да, физически должен заниматься. Психологически? Психологически я настраиваю, чтобы был спокойный. С Имраном приходится долго разговаривать. Шевке там быстро. Ну, он уже давно занимается, раз-раз, да. Ну, возьмите даже Андрея Сазонова, да, он тоже вот как бы, какой бы он спортсмен ни был, да, там многократный чемпион Узбекистана, да, ну, он перед стартом тоже волнуется. Я подхожу, со всеми разговариваю, вы, пожалуйста, успокойтесь, ничего, нормально все, техника работает, у нас все... У нас, знаете, у нас именно замечательная команда, все за друг друга поддерживают. Вот Имран... в классе 125, и второй заезд у него был самый напряженный, знаете, у него, от него лидер уехал метров там на 400, знаете, и он все, и как бы он типа сдался, а все побежали на трассу, там распределились, и каждый его подгонял, и он в конце концов догнал, обогнал, уехал, знаете, приехал два заезда первым. Командный дух, да, каждый друг друга поддерживает. Мечтают заняться мотокроссом, что они должны сделать? Допустим, прийти в ваш клуб, есть ли для них техника? Допустим, мальчишки, которые нас увидят, им интересно. С чего начать? Там и мальчишки, и девчонки, вот знаете, даже вот взять Хорезм, да, вроде бы класс коляски, да, такой серьезный класс, колесничая девушка у него, и они заняли второе место. Тоже выступает, знаете, в различных классах мотоцикла. Это не только у нас, это и в Казахстане выступают, и в России даже отдельный класс девушек есть. Знаете, среди них проводится чемпионат России, например, да, там в той же Европе девушки ездят, в Америке девушки ездят, знаете, как бы это не сбрасывает счетов. У нас вот маленький ездит, сынишка, вот Дикамбаев Тимур привел своего сына, там вот у него Ямаха там приобрели, да, чуть-чуть, 5 лет ему.
Правда, еще колесики у него как бы вот боковые есть. Но вот мы сейчас на Вей поедем, мы уже будем убирать эти колесики, чтобы он уже по кругу ездил уже все. 5 лет уже начинает. Там, мы не будем говорить там про Европу, да, там с 3 лет. Ну, 5, 6, 7, и уже потом как бы у него будет навык, знаете, уже. Все желающие, пожалуйста, приходите, мы будем, если вместе будем работать с ребятами, если они будут заинтересованы, мы технику найдем. Бывает, придет, вот думает, вот как хорошо там на трассе, знаете, как красиво со стороны все это, и как это легко. Да, а у нас подготовка трассы начинается с веника, знаете, это все должны знать. Пришли и все, и давайте, значит, трудиться надо сначала. Потом технику будем готовить вместе с веником. Подметать, убирать, за собой все чистить, все трудиться, труд прикладывать. Потом будем технику готовить, поедем на трассу, будем потихонечку обучать. Не сразу там чемпионами не рождаются, знаете. Первые 2 этапа чемпионата Узбекистана за плечами, но на отдых времени нет, и наши ребята продолжают усиленно тренироваться, чтобы достойно выступить в 3-м этапе, который будет проходить в Наваи. Сейчас мы готовимся, уже в Наваи поедем, уже будет 3-й этап чемпионата Узбекистана. Ну и хотелось бы отметить про трассы, да, где сложная вот. В Термезе она в каком случае сложная? Она, вот если дождя нет, то она каждый круг меняется. Каждый круг, трасса другая. Потому что там спортсмены, они же не один едет спортсмен, а там человек 20. Вот представляете, раз круг 20 проехали, выкопали. На другой круг едешь, уже там, например, где не было ямы, там уже все, яма. Потом в Джизаке она, знаете, такая вот тоже пыльная и вот скалистая. Местами, да. И в Наваи тоже трасса была, знаете, очень такая реально серьезная, интересная. Ну, немножко далековато от города, зрителей столько не приходит, как вот, например, в Термез, как в Алмалык, как вот Джизак приходят зрители, да. Там немножко как бы она от города далеко, и она вдоль ущелья находится, там вдоль ложбины, да. И вот здесь вот спортсмены стартанули и уехали. Потом приехали, финишный прыжок прыгнули, самый такой длинный. Вот около зрителей проехали, опять по ложбине уехали. Как бы вот так смотришь, ну там мы-то знаем, кто каким едет, а зрителю как-то вот сложновато сориентироваться. А самое интересное, вот сколько ребят разговаривали, они говорят, Алмалык, конечно, очень интересная. Ну, вы знаете, мы за ней следим, мы там с лопатами, с китменями идем, все равняем вручную, там берем технику, тоже выравниваем, все делаем. Просто мы же знаем, что для чего эта трасса, чтобы была безопасность прежде всего, правильно? Потом зрители, чтобы были, пришли и посмотрели вот на все. Очередном этапе. Ну и, конечно, нам, как болельщикам Алмалыка, хочется вас увидеть на трассе. У нас будет проводиться в ноябре Кубок Узбекистана. Заключительные соревнования, которые самые такие для команды, хорошо, спортсмены, как бы вот, будет у нас Кубок Узбекистана. Мы продолжаем следить за выступлением алмалыкских спортсменов и о новых достижениях расскажем в программе «Телеспорт».